В понедельник утром в Гродно произошел пожар по улице Лилевеля. Там погибла женщина 56-го года рождения. На пульт спасателей сообщение о возгорании поступило в 5:29 утра. 7 пожарных расчетов незамедлительно прибыли на место. ЧП произошло в трехэтажном деревянном доме. Горела квартира на втором этаже. В подъезде было плотное задымление. 4 звена газодымозащитной службы начали искать людей. Погибшую хозяйку квартиры уже без признаков жизни нашли на кухне. Также спасателям удалось спасти несколько человек. С помощью маски спасаемого сверху был эвакуирован еще один мужчина, который был передан бригаде скорой медицинской помощи. В ходе дальнейшей работы были еще спасены 2 детей и 2 взрослых людей. На сегодняшний день проводится проверка, причина пожара устанавливается. Пострадавших госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. С начала года в Гродно произошло 66 пожаров. На них погибли 7 человек. За аналогичный период прошлого года было 73 пожара и один погибший. В большинстве случаев причина пожара – курение в постели и неосторожное обращение с огнем. Спасатели напоминают о соблюдении правил безопасного использования огня.